Предприимчивый житель Саратова арендовал склад и наладил торговлю сигаретами. Ассортимент внушительный, цены значительно ниже, чем у легальных производителей. В ходе проведения оперативных мероприятий в складском помещении в Ленинском районе города Саратова полицейскими обнаружена и изъята партия немаркированных табачных изделий различных товарных брендов и наименований общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Установлено, что табачная продукция поставлялась в специализированные розничные точки продажи, расположенные на территории города Саратова. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.